Ольга Бузова уверена, что еще в юном возрасте она понравилась зрителям. Именно во время проекта «Дом-2» к ней пришла первая слава, которой артистка обязана оригинальному внешнему виду. По мнению певицы, во время реалити-шоу именно она задала тренд на определенную одежду, которую в итоге начала повторять молодежь. Во время проекта «Дом-2» будущая певица носила странные уги, наводила губы карандашом, чтобы привлечь к ним внимание, а из-под джинсов всегда были видны стринги. Все же сначала Ольга Бузова была удивлена, что люди просят у нее автограф и хотят с ней сфотографироваться, поскольку по факту участница ничего не сделала. Однако подобная популярность очень льстила будущей звезде и мотивировала ее. Сейчас Ольга Бузова уверена, что именно она задала новый тренд образа на сцене. Еще несколько лет назад российские артисты выступали в джинсах и футболках. Но все изменилось с приходом певицы в шоу-бизнес. Исполнительница стала выбирать очень яркие и откровенные наряды, порой даже провокационные, что впоследствии начали делать и другие. Ольга Бузова довольна своим внешним видом, и она этого не скрывает. «Я красивая, молодая и у меня шикарная фигура, над которой я работаю». Такого мнения о себе популярная исполнительница.